Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня я с вами хочу поделиться супер-пупер омолаживающей маской, которая мне досталась от моей мамы, от Риммы Шагитовны. Рассказываю секрет этой маски. Римма Шагитовна делала эту маску везде, где бы она ни была, в компании друзей, в семье, на пляже. Она очень любила это делать, и работает эта маска вот так. Вот таким образом, когда вы поели, у вас остались корочки, быстрым ударом наносите и начинаете массировать свое лицо. Делаем передых, отдыхаем, смотрим на реакцию всех. После этого берем новую корочку и именно ударом! Незаметно, внезапно, чтобы никто этого не ожидал. Только когда вы делаете эту маску именно таким образом, только тогда она сработает. Поехали! Вот так вот массируем теперь холодным арбузом лицо. Следующей моей серии я поделюсь с вами, как делать новые маски арбузные. Пока!